Привет, хочу-знайки! С вами канал «Хочу знать». Усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео. Поехали! Вот гениальный способ сделать потрясающие кадры и потерять дорогой смартфон. Вот момент, когда человек внезапно осознает, что его сварочная горелка немного нагрелась. Возникает ощущение, что этот автомобиль не проходил регулярный техосмотр. Вот чей-то первый и последний день работы барменом. Как создать свое собственное домашнее цунами? Иногда оператору нужно снимать ветер, пока не произойдет нечто подобное. Этот парень сказал продавцу ювелирного магазина, что хочет посмотреть пару обручальных колец при естественном освещении, а затем просто ушел. Позже его арестовали, но кажется, что больше всего досталось продавцу. «Эй, посмотрите на мою гениальную научную машину! Хотя, знаете что? Не смотрите!» Эти девушки будут в шоке, когда получат счет за эту мойку. Это, наверное, самая дорогая в мире жевательная игрушка. К сожалению, эта вещь не покрывается большинством страховочных полисов, если только ваш страховщик не Ной. Это первый и последний урок вождения его сына. По крайней мере, никто не пострадал. Вот пример того, почему, когда выезжаешь с парковки, высота должна быть такой же, как и при въезде на нее. Когда зависть на вкус как пиво. Летающие люди? Вот идея, которая никогда не оторвется от земли. Когда идиоты ездят как идиоты и в итоге выглядят как идиоты. Если Давид смог победить Голиафа, это не значит, что размер не важен. Разве не странно, что глупые трюки всегда заканчиваются глупыми результатами? Не волнуйтесь, это всего лишь самолет на дистанционном управлении, и единственное, что почувствовало боль, это карта мир владельца. Интересно, сколько стоит новое крыло самолета? Когда в вашей посылке из Икеи не хватает трех болтов и шестигранного ключа. Эта пьяная драка в виртуальной реальности имеет реальные последствия. Для любителей роскошных автомобилей следующий ролик будет подобен операции без анестезии. Совет мотоциклистам. Опустите подножку. На следующей неделе в идиоты играют с электричеством. Как помыть ваш тостер в мойке? Эта кухня оснащена всеми современными удобствами. Предупреждение. Если вы не кормите своего питбуля, он может съесть вашу Теслу. Я просто прокачусь по этой узкой улице и все будет... Кто бы мог подумать, что использование меча для открывания стеклянной бутылки может пойти так плохо? Очевидно, люди не единственные, кто испытывает гнев на дорогах. Открытие бутылки шампанского мечом, вероятно, лучше провести в голове этого парня. Ликер с верхней полки переоценен. Меньше всего этот парень хотел найти новый McLaren P1, который решил искупаться. Если какой-то автомобиль и был разработан с учетом дрифта, то явно не этот. Поля для гольфа должны иметь водную преграду, но не такую.
Дроны — это весело, но когда они летают над линиями электропередач, это грустно. Когда этот парень говорил своим друзьям, что его сейчас порвет, он имел в виду это. Несмотря на то, что говорят многие добрые женщины, размер действительно имеет значение. Совет. Если вы въехали в кузов грузовика с желтой краской, вы можете стать похожим на персонажа Ван Гога. Если у вас есть бюджет на покупку яхты, то вам, вероятно, следует отложить часть этих денег на хорошего капитана, потому что этот парень, очевидно, работал на «Титанике». Всегда проверяйте высоту моста, иначе вы можете стать причиной этой невозможной аварии. Трое мужчин перевозили торт высотой больше их самих. Что могло пойти не так? Этот ребенок остался в художественной галерее без присмотра и опрокинул скульптуру стоимостью $132. Сильные дожди прошли в Йеллоустонском парке. Вот что случилось с этим заброшенным домом. Удачи тому агенту по недвижимости, которому придется продавать его. Забываете ставить машину на ручник? Тогда, вероятно, Lamborghini не самая лучшая машина для вас. Это выставка грузовиков, и этот парень показал, как хорошо он умеет их разбивать. Научный факт. Чем симпатичнее ваши дети, тем больше разрушений они могут причинить. А теперь сцена из нового фильма «Мини-Титаник». И раз уж мы заговорили о «Титанике», то вот, похоже, событие меньшего масштаба, хотя, вероятно, такое же дорогое. Когда вы окружены сотнями километров воды, последнее, что вы хотите увидеть, — это огонь. Эй, я поймал рыбу! Нет, она поймала меня. Это, наверное, самый худший водитель эвакуатора в мире. Вот что вы получаете, если планируете свадебную фотосессию на болоте. Общеизвестно, что поездам нужны рельсы, чтобы они могли ехать по ним. Этот совершенно новый асфальт может стать проблемой. Этому водителю грузовика, вероятно, стоило обратить больше внимания на лозунг на боку своего грузовика. Но надпись «Ни о чем не жалей!» К счастью, эти столики были забронированы для больших белых акул. Как одним движением сломать ваш фургон и грузовик? Этот парень, похоже, знает все аспекты управления самолетами с дистанционным управлением. Все, кроме посадки. Когда один бар очень неожиданно решил провести акцию «Выпей все, что сможешь». Вот это впечатляющий взлет, но, вероятно, было бы быстрее просто бросить его прямо на землю. Лодка может опрокинуться и на суше. Кто сказал, что футбольные фанаты ведут себя как дети? Автомобили в Бразилии оказались почти полностью затопленными после наводнения. Можете считать нас пессимистами, но мы не можем представить, чтобы они после этого завелись. Этот ребенок пытался продемонстрировать свой новый неразрушимый чехол для телефона, но все пошло не совсем по плану. Во время первого в своей жизни испытательного полета дрона этот парень допустил фатальную ошибку. На этом все. Спасибо, что были с нами эти минуты. Будем рады вашему лайку и подписке на канал. До завтра!